У меня для вас только хорошие новости. Итак, в Таллине открылась европейская школа гипноза доктора Кука. Доктор Кук – один из лучших психотерапевтов Европы. И он открыл свою школу гипноза. Это безумно интересные занятия, как теоретические, так и практические. И пару слов о гипнозе. Гипноз, конечно, это не панацея от всех болезней, но, тем не менее, 30% всех заболеваний можно вылечить с помощью гипноза. Какие это заболевания? Это функциональные расстройства и все обратимые заболевания, все обратимые изменения. Например, возникающие на нервной почве, заболевания, возникающие на нервной почве. Это боли в сердце, стенокардия. Это кардионеврозы, это зуд кожи, вот, когда чешутся ноги, руки, тело. И буквально за несколько сеансов можно снять это. Да? Ну, также для гипноза, гипноз показан при стрессе, беспокойстве, бессоннице, депрессиях, фобиях, страхах, душевных травмах, агрессии, да, когда вы не можете совладать со своими чувствами, не при ненависти, обидах, зависти и других разрушительных эмоциях. Кстати, при зависти. Вы думаете, что зависть не лечится, а очень даже лечится. И ревность тоже. Ревность. Поэтому гипноз очень полезен, когда они когда могут не помочь медикаментозные средства. От испуга помогает гипноз, допустим, у вас появляется заикание вследствие испуга, или НРС, да, недержание мочи. Вот в этих случаях может помочь гипнотическое внушение. И для исправления речи, например, может понадобиться 3-4 месяца. Конечно, эта работа требует напряжения как от пациента, так и от гипнолога. Какое-то нервное истощение, психическое потрясение. Тоже гипнотерапия здесь в помощь, гипноз здесь в помощь. Астма, удушье, язвы, озноб, жар, сонливость, тошнота, головокружение, синдром хронической усталости, различные формы зависимости: алкогольная, табачная, интернет-зависимость, телевизионная зависимость. Люди проклинают телевизионные передачи, но продолжают их смотреть. Что это как независимость? Игровая зависимость, психологическая зависимость, да, вот это от какого-то человека, когда вы не можете обойтись без человека, какого-то вы о нем думаете постоянно, это вообще-то мешает вам жить, да, человек не может вам ответить взаимностью, а вы думаете о нем и мучаетесь вместо того, чтобы переключиться на другого человека и радоваться жизни, тоже помогает гипноз. Также, как было сказано, от кожных, аллергических заболеваний, от сексуальных нарушений, да, допустим, миома матки, нарушение менструального цикла, мастопатия, преждевременное семяизвержение. Кстати, для мужчин это довольно-таки актуальная проблема,
преждевременное семяизвержение, да, импотенция, страх перед женщинами. В этом случае тоже может помочь гипноз. И, конечно, сексуальная зависимость. Ну, как говорят про таких мужчин, ни одной юбки не пропустит, да, и такие бабники, вот. А про женщин говорят, слаба напередок, да. А про мужчин, мужчин таких называют ходоки. Но тоже помогает гипноз. Есть и противопоказания. Вот. Ну, так вот, есть такая цифра, что 38, от 38 до 42% заболеваний психосоматические, да, имеют психическую природу. А вот такой психолог, психотерапевт, как Антонио Минигетти, считал, что в жизни практически все психосоматика, все. Ни больше, ни меньше. То есть это очень серьезное заявление, да? Вот. Поэтому с помощью гипноза запускается механизм саморегуляции нашего организма. И мы выздоравливаем. И что еще вот эти, что вызывает психосоматику, всевозможные расстройства, болезни наши? Это чувство отрицания, это чувство вины, да? Обиды. Обиды, они влияют на здоровье. Вот. И в связи с этим, мы призываем, мы, психологи, призываем вас, да, вот с помощью гипноза провести такую психологическую анестезию, да, и, ну, перестать реагировать на какие-то раздражители, на какие-то вещи, да, которые вам портят, отравляют жизнь, эти занозы душевные, убрать, выкорчевать, вытащить из сердца своего и своей души. Да, и начать научиться контролировать боль, снижать ее с помощью разума. С помощью разума. Контролировать мышление, управлять чувствами. Ведь вы обратили внимание, наверное, да, что большинство смотрит в будущее со страхом, большинство ходит, думая о будущем, представляет негативные сценарии, да, мы боимся, многие боятся будущего, но это всего лишь наши страхи, наши фобии, наши мысли. Итак, вот эти негативные мысли и создают наши психические заболевания и вот являются причиной этой психосоматики, да, которых быть не должно, не должно. И мы сможем, и вы сможете это преодолеть все, решить все свои психологические проблемы и все свои психосоматические проблемы. Для этого, конечно, вы можете пойти к психотерапевту, и это правильно вы сделаете, обязательно, не бойтесь, обращайтесь за помощью. Но в то же время вы можете сами для себя стать психотерапевтами, и наша европейская школа гипноза доктора Кука вам с удовольствием в этом поможет. Вы можете приобрести как целый видеокурс школы гипноза, европейской школы гипноза доктора Кука, так и отдельные видео, посвященные самогипнозу, научиться самогипнозу, это очень важно, потому что трансовые состояния помогут вам жить счастливо и запустить механизм самоисцеления в вашем организме. И для этого тоже есть такой гипноз. Более подробное описание под
под этим роликом. Пожалуйста, читайте, приобретайте психотренинги и будьте здоровыми психически и физически, будьте счастливы, будьте веселы и имейте все, что вы хотите. Достигайте целей и наслаждайтесь жизнью, радуйтесь жизнью и регулируйте свое эмоциональное состояние, контролируйте свое мышление и, конечно, свои мысли. Вот. А мы вам даем инструменты и с удовольствием в этом поможем. Тренинги невероятно эффективны. Приобретайте, будьте здоровы. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, комментируйте видеоролики и приобретайте тренинги. Всех вам благ, света, солнца, улыбок, счастья, добра, отличного психического здоровья.